Всем привет, танкисты! Ну что ж, давайте сегодня посмотрим с вами открытие 30 советских контейнеров, которые нам прислал наш подписчик. Собственно, как я уже сказал, будет 30 контейнеров. Посмотрим, что из них выпадет. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно напишите в комментариях, открывали ли вы их, что выпадало вам, потому что в комментариях вроде многие писали, но многие также и сомневались, стоит ли брать, не брать набор по акции. В принципе, со скидкой самый выгодный получается 1000 голды за один контейнер, шансовое падение 10%. Другое дело, что танки там, конечно, есть и бестолковые, но на евро завезли немецкие контейнеры, там всего лишь два коллекционных танка, это ВК-90 и КПЗ-50Т. Здесь у нас их побольше, то есть шанс купиться по голде выше. Так что обязательно не забываем оставлять комментарии. Ну что ж, давайте вместе с вами посмотрим, что же выпало нашему подписчику. Будет крайне-крайне интересно. Так, первый открывается автоматически. X4 и серое все. Кстати, как вам, друзья, вот это вот баг или фича, я не знаю, с автооткрытием первого контейнера? Меня вот это лично раздражает. X-серое, X5-1. Так, это, кстати, новый аккаунт. По-моему, подписчик писал, что аккаунту 2 недели. Серые иксы опыта. Ну, новому аккаунту будут хотя бы полезные иксы опыта. Ну, и есть новые танки, если, разумеется, они выпадут. Особенно коллекционочки. Опа. ИС-2Ш. Ну, для нового АКа, в принципе, сойдет, хотя танк достаточно, можно сказать, устаревший. Не особо он танкует. Так, ну, синие. Уже поинтереснее. Так, сине-фиолетовая. Ну, бустер на свободку фиолетовая тоже всегда good. Оп, танчик. Т-44-85. Ну, в целом сойдет. Два танка уже есть, друзья. Так, сыпет без танков пока. Ну, 2Х5. Так, ИС-2Ш опять повтор, он уже был, ну, на новый аккаунт, я думаю, серый тоже, в принципе, пригодится, за него компенсация в сере. Фиолетовый сертификат на свободку, 28 тысяч свободки, очень хорошо. Еще один фиолетовый сертификат, ИС-6. Ну, насыпает, я вам скажу, не так уж, чтобы плохо. Так, это 20-й контейнер. В целом танчики падают. Ну, шанс высокий, да, 10% это все-таки лучше, чем 5%. Так, еще сертификат на свободку. По свободке, наверное, будет хорошо здесь, я так смотрю. Еще и с иксами. На новом аккаунте. Оп. Опять ИС-6, опять повтор. Хотя шансы между танками, кстати говоря, одинаковые, 0,5%. То есть у коллекционок шанс не меньше, у всех танков шанс абсолютно одинаковый выпадения. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай еще танчики, ну насыпь хоть коллекционок, не знаю, одну. Так, о, а вот коллекционочка, поздравляем, объект 907. Прикольный танк, если любите кататься на СТ. Так, ну что ж, друзья, вот такое вот, собственно, открытие. Ну, напишите в комментариях, открывали ли вы, что вы думаете. Хотелось бы, конечно, вот из этих контейнеров 2684 классный танк, объект 752 превосходнейшая девятка, обожаю ее. Но она лучше, чем К-91, но К-91 тоже, конечно, хорош. Пишите обязательно, что выпадает вам, ставьте лайкосик, подписку, залетайте к нам в телегу. Сегодня вечером, я думаю, будет стрим, закончим, проходить ивент. Вчера мы его почти практически весь прошли, сегодня будем заканчивать. Так что оставайтесь с нами, всем пока!